Мы приехали играть в регби в небольшой городок Куера, находящийся в бухте Средиземного моря. Куера Фарваль без году 50 лет, ветераны, традиция, история, были игры с Тулоном и поныне совместные проекты с шотландским регби, и выходцы из Куера играют даже в топ-14. Куера Фарваль участвует в замечательном и благородном проекте «Эспурна», что переводится как «Искра». Совместно с шотландским регби валенсианцы помогают людям с ограниченными возможностями играть в самую отважную игру в мире. Они играют в регби. Проект начался с идеи Джейми Армстронга, который уже участвовал в проекте Independence, в котором люди с ограниченными возможностями занимались танцами. Джейми полагал, что может привести их в регби, использовать дух регби, в котором участвуют абсолютно разные люди и можно собрать всех вместе. Организация «Эспурна» родилась более 20 лет назад для помощи людям с ограниченными ментальными возможностями. На сегодняшний день мы помогаем около 300 персонам, также имеем производственную и образовательную части. Это делается для того, чтобы люди могли развиваться и получать образование, чтобы потом попасть на биржу труда и получить место на заводе или фабрике вместе с такими же людьми, как они, где уже побывало 85 человек из нашей организации. Мы боремся за полную интеграцию этих людей в общество. Для этого мы опираемся на основных три столпа – работа, спорт и свободное время в обществе. Работа – это инструмент, при помощи которого мы можем достичь многого в развитии человека. Думать о здоровом теле нам позволяет спорт, чтобы состязаться и бороться. Каждый нормальный человек должен иметь свободное время, чтобы отвлечься, повеселиться, познавать мир. Мы начали этот проект в Шотландии, в городе Эршир. Для начала мы искали фонд, который смог бы принять участие в нашем проекте. Это было самое сложное. В Испании регби не так популярен. Тут не так много людей, как в Британии, которые хотят заниматься таким сложным видом спорта. И мы нашли организацию «Эспурна», которая помогла нам. «Эспурна» поддерживала людей с ограниченными возможностями, развивала все проекты для них. Благодаря этой организации и идее Джейми с его программой в Шотландии, сейчас мы имеем отличную команду и быстро развиваемся. Первой командой в Шотландии была Trust Rugby Team. Они развивались благодаря компании National Health Service. Играли, у них были большие успехи, очень много людей. Мы держали контакт с Джейми, на данный момент мы Trust Rugby Spain. Наша цель – объединить как можно больше стран и команд по всему миру, насколько это возможно. Мы принесли эту идею в Испанию и нашли таким образом организацию «Эспурна», игроков, которые нам были нужны, чтобы сформировать команду. У нас были знания, мы умеем тренировать людей с ограниченными возможностями. Например, мы никогда не кричим на игроков. Если вдруг становится что-то непонятно, мы останавливаем тренировку, задаем вопросы, и они дают нам ответы. Мы доверяем им, они доверяют нам, они дают нам информацию. Thank you.
В настоящее время проект «Эспурна» базируется на трех организациях. Это фонд «Эспурна», Trust Rugby International и регби-клуб «Куера». Эти три ассоциации вместе занимаются развитием спорта без поддержки государства. Но, разумеется, мы нуждаемся в финансах и еще большей поддержке для такого проекта. Мы хотели бы, чтобы к нам присоединялись другие заинтересованные организации, чтобы вместе с нами стать сильным проектом. Но пока мы делаем все сами. Я координатор специального центра по трудоустройству. Моя задача — искать работу для людей с ограниченными возможностями и интегрировать их в общество, чтобы они могли выполнять работу, как любой другой работник. Сейчас мы работаем в разных направлениях, в основном в производственном секторе. Специальный центр трудоустраивает работников фирмы, которые производят детали из металла, картона, также производят матрасы и тому подобное. Здесь, в мастерских центра, делаются пластиковые стаканы, аксессуары для машин. Очень большое значение имеет сотрудничество с Транкадис. Это наш кружок, производящий мозаику, иногда из разбитой плитки. Когда соединяешь несколько разноцветных кусочков, получается нечто. Этот кружок — наша гордость. Он работает много лет, и все им очень довольны. Вы можете видеть их работу на этих стенах. Мы используем этот прием как декор или как украшение. В момент спортклуб «Депортиво» фонда «Эспурна» включает в себя секции по регби, футболу, футзалу, баскетболу и соревнования по бегу. Недавно мы начали развивать триатлон. Кроме этого, существуют две группы по парусному спорту и гребле. Мы практикуем пешие далекие прогулки, а одна группа в этом году едет заниматься горными лыжами. У нас есть общий друг, он работает в нашей администрации. На данный момент он не может разговаривать, но он очень влюблен в регби. Мы много раз рассказывали ему, что хотели бы создать команду по регби из людей с ограниченными возможностями, ведь уже есть футбольная и баскетбольная команда. Мы нашли людей, которые помогли нам организовать команду. Это были Саймон и Майкл из Trust Rugby International. Мы нашли их рядом с нами в Куере, объединились в альянс и начали работать. Вот уже год, как мы работаем. Получен огромный опыт. На данный момент есть 17 человек с ограниченными умственными возможностями, играющие в регби. Вместе с ними играют как помощники игроки регби-клуба «Куера», преподаватели и воспитатели «Эспурна». Все под присмотром Майкла и Саймона. Поэтапно мы вовлекаем участников проекта в саму игру, где есть много незнакомых новых людей. Чтобы им было более комфортно, мы начинаем с простейших умений, которые они потом могут использовать в регби. Мы начинали с различных начальных движений, потом начинали отрабатывать приемы, которые они смогли бы перенести из тренировки в игру на поле. Тренировочный процесс прогрессивный, он состоит из различных движений, базовых физических упражнений. Поэтапно мы вовлекаем участников проекта в саму игру. Для нас, для «Эспурна», самая главная вещь, что у каждого будет свое место. Тренировки — это действительно весело и здорово. Вы общаетесь, учитесь друг у друга тому, что является главным в регби. Ведь общение и обучение — это главное в жизни любого человека. Это
Если мы видим кого-то с выраженными физическими недостатками, мы наделяем его особой ролью в команде, назначаем бьющим мяч или пасующим. Таким образом, он получает определенную роль в игре и в то же время чувствует себя незаменимым, чуть ли не самой важной частью команды. В этом и есть особенность регби. Как правило, тренировка начинается с разминки и проходит в двух активных фазах. Мы бегаем, работаем с мячом и в то же время спрашиваем друг у друга имена. Это очень важно, так как таким образом получается, что каждый вовлечен в игру. И это помогает раскрепоститься стеснительным людям. Взамен мы называем свое имя и пасуем мяч. Разминка имеет два направления – физическую активность, а также умственную. Дальше мы выполняем базовые движения, которые для нас, регбистов, кажутся простыми, но являются довольно сложными для тех, кто никогда не играл в регби. Такие упражнения, например, как пас или рак. Мы продолжаем разминку, кидаем мячи. После этого мы делаем небольшую тактическую тренировку, где мы разбираем базовые вещи, которые впоследствии улучшат игру. Люди, которые смотрят на тренировку извне, обычно просто изумлены тем, как все организовано в игре. В конце мы проводим небольшой матч. Наши игроки улучшают навыки, которыми овладели во время тренировки. Навыки защиты, навыки атаки, которые тренировали. Мы всегда делимся эмоциями, всегда разговариваем, общаемся, всегда аплодируем. A la de tres, todos pillad clap, ¿vale? Y tirad los brazos arriba. Una, dos, tres. ¡Tres! We had our first match in June. 12 июня у нас прошел первый матч на севере Испании в Витории. На тот момент было всего лишь три команды. Этот опыт для нас был просто фантастический. Все играли очень здорово. Они помнили все, что мы делали на тренировках, и атмосфера была просто невероятная. Они чувствовали гордость за то, что у них все получалось, за то, чего они достигли. Для них это был бесценный опыт, не менее бесценный, чем для нас самих. Мы все были счастливы. Когда мы с ними вместе, эмоции просто фантастические. Обе стороны получают из этого что-то позитивное. Это не просто работа, на которую вы заставляете себя ходить. Вы получаете так много любви, чувств во время тренировочной сессии. Они приходят к вам, обнимают вас, благодарят за тренировку, за игру. Атмосфера всегда теплая. Мы получаем очень много. Вы так прекрасно чувствуете себя после тренировки от людей, которые благодарят вас за то, что они просто там находятся и являются частью клуба, частью команды. Для них, я думаю, самое важное – это не спорт, а быть членом команды, с обычными людьми или с людьми с ограниченными возможностями. Они возвращаются в общество, они занимаются своими обычными делами, с обычными людьми, дружат между собой. Большинство из них работают в разных местах, и мы приходим к ним в гости. Они чувствуют себя частью этого проекта. Они знают, что принадлежат чему-то большему и важному. Без сомнения, именно это самое важное в этом деле. Мы очень гордимся такими игроками, как Томас Бекен в Эйршир Клан Шотландии. Он начал играть в обычной регби-команде с обычными людьми. Для нас это основная цель здесь, в Куере. В Валенсии есть пару ребят, которые также смогут играть в обычной команде. Наш Хосе Хименес очень быстрый игрок. Возможно, если бы он больше тренировался, у него получалось бы играть. Есть и девушки, есть Мария Хосе, у нее большой прогресс на тренировках. Она смогла бы стать игроком в любой женской команде по регби. Это и есть цель нашего проекта – дать им столько навыков, чтобы они смогли защищать свою команду, быть частью ее. Мы хотим всего лишь, чтобы люди играли в регби на уровне с другими, ничего более.
was all in the club, having a drink, going on the swift. When I peeped this little freak out, I was all in the bar, drifting. Shorty red came on, then she hit the floor cap. With a see-through dress, long as hair like brown eyes, looking like Miss Boy. I'm not looking like a player, no. If I take her home with the real big hips, she's so bright, I'm gon' beat it. So I know, post the chick with the real pretty face. Get nice curls on the way, the little bitty waist. I was spreading the ear, little mama, what you drink? I know that you a freak, but you know I ain't no place. See, my game is outrageous, I got game with them exchange some new faces. But it wasn't a need for me to push the bus, long as I wanna go to heaven. Me gusta por el deporte. Y los compañeros y de todo el equipo están bastante bien. El torneo, habla del torneo que hicisteis en Vitoria. Arrasamos allí en Vitoria, tío. ¿Cuántos ensayos hiciste? ¿Cuatro? Sí. Cuatro ensayos. Pero el último fue tremendo, tío. El placaje del cuello, me agarró del cuello. Y fue ensayo de todas formas, ¿no? Sí. Pero al final pues poco. ¿No? Al final nos hicimos amigos. No. Nos hicimos el abrazo, la mano, una mano y ya está. Pero fue bastante fuerte. ¿Cuenta algún ensayo de Jiménez? ¿De Jiménez? Jiménez. Cuenta alguno de Jiménez. Si me acuerdo, los míos. De Jiménez, pues ninguno. Parece el correcamino.